Студия «Позитив» и компания «Миал С» представляют Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Городок». Мне тут нужно одну дощечку приколотить с той стороны. По гвоздю стукнуть сразу. Чего? По руке попало, да? Ай-яй-яй! Ой! Ну вы и стукнули. Так а здесь же дырки везде. Он легко вошел. Ай, блин! Чего? Я ж сказал, когда скажу. Давай. Слишком сильно, что ли? Нормально. Давайте. Давайте? Ага. Что? Можно? Да. Что случилось? Что случилось-то? Вылезайте оттуда, идите к врачу на бульвар профсоюзов, поликлиника, там дежурный. Да не, нормально, это мне просто по ноге тут одной доской долбануло. Фу, господи боже. Все, давайте молоточек. Ой, Ваш, что такое? На твой молоток, ой, боже мой. На молоток свой. Слышь, мужик, сейчас я примерю. А меня что, снимают, что ли? А? Меня снимают, что ли? Ну все, вы нас раскусили. Thank you.
криминальному городку «Криминальный прикол». Мы одели наших ассистентов в арестантские костюмы, пристегнули их друг к другу наручниками и пустили на волю. Дай помидор, братан. Ток-шоу. Жрать охота вообще. На халяву? Ну ладно, ладно, на халяву. Есть что-нибудь у тебя? Отверточка или что-нибудь? Нет, ничего. Ну снять надо. Чего? Браслеты снять надо. Наручники снять. Ну есть что-нибудь? Нет, нет. А не поможешь, а? Ну есть что-нибудь такое? Нет, нет. А? А что? На мастерской дойди. Это мастерскую, ну ты что, смеешься? Ну да, там постоянно, там ребята со своей сидят. Мужики, не поможете снять, а? А то что-то ключ не работает. Чего, чего? Ключ не работает, снять помоги. Акар. Ну, видишь. А что-нибудь где-нибудь тут, как? Как-нибудь? Пошли ко мне, у меня там ножовка есть. Ну пошли к тебе, где там у тебя ножовка? Слушай, давай двором, а? Не пройти? Ё-моё. Давай, здесь Брест или где? Ну ладно, давай, здесь близко или где? Сумки-то положите. Да просто мы так, да, давай, быстро. Давай, давай, куда? Чего, лычки затрали? А где отделение? Вот у нас на первой вот тут, улице, да? Чего, уходим, все. Ребята, нет шпилечки никакой. Или отверточки. А то ключ есть, но не подходит что-то. Не попробуешь? У тебя же ключ. Попробуй. А вы что, одни что ли? Одни. Ну так получилось, я могу. Быстрее надо просто. Почему я? Отдай, Рома, давай, не связывайся. А что, еще, еще так же будем ходить с тобой? Извините. Мы продадим вашу квартиру. Мы продадим вашу машину. Мы выгодно распорядимся всем вашим имуществом. Мы грамотно пристроим ваши ваучеры. Вы только запомните наши номера. Гражданин Луканин. Луканин. Смотрите-ка, Луканин, извините. Тем более. В наш городок едете с такими бортами грязными. Ну куда же это годится? Ну, вот, посмотрите. Так я с Сибирска вот, еду. Ну, куда же это? Сейчас на обратно помою. А? Сейчас помою. Да? Я издалека еду с Сибирска. Издалека. Понятно. 4000. Товарищ Пуханин, вы где там? Побыстрее немножечко, а? Можно? Так, гражданин Пуханин, да. Распишитесь, пожалуйста, здесь вот. Видите, подпись. Так, здесь, да? Да. Значит так, при въезде в наш городок нужно быть чистым. Хорошо, ясно. Что вы считаете? Деньги. Это я вам отсчитаю сейчас. Раз, два, три, четыре. Так. Значит. Вот вам. 4000. Помойте машину в моечном пункте. Хорошо. Счастливого пути в наш городок. Юра, слушай меня. Шаланда 9777. 9777. Шаланда. 9777. Хорошо. Очень простой новогодний прикол. Две скрытых камеры, два маленьких микрофона, две рации, два инспектора ГАИ. Первый выдает деньги, а второй...
Здравия желаю. Ну и что, что останавливали? Мойка есть? Мойка есть? Есть. Ну все, надо мыть машины. Вот сейчас. Что сейчас? Помою. Ну что сейчас помою? Машина грязная. Въезжаете в город, это сейчас нет. Попрете по Московскому проспекту. Нет, я сейчас... Не, ну надо городок как-то в чистоте, чтобы был. Ну ясно. Ну что, ну ясно, ну ясно. Я сейчас не помыть. Ну где? Он... Это же не мои проблемы. Все, 4 тонны штраф. Все, спасибо. Счастлив. 4. И квитанцию не попросил. И вот вам 4000. Помойте машину. А я не понял. Я вот и еду, я обалдеваю, я еще не могу отойти. От чего не можешь отойти? А то уже, ну, стоит, вот останавливает, говорит, ведь машина грязненькая. Говорит, вот 4000, распишись, езжай мой. Ну, что будем делать за грязные номера? Бог дал, Бог взял. Ну, давай. Я просто... Что делаешь? Я вот так. Давай. В нашем городке должны быть чистенькие машинки. Чистенько. Да? 4000. Ну вы что, я пенсионер, ёлки-палки. Тем более, прошу вас, старикам везде у нас почет. Сейчас вы получите у меня 4000 и помоете свою машину в нашем городке. Я у вас получу 4. Да. Вот вам платят за это дело. А мы получаем с Гулькин нос. Раз, два, три, четыре. Вы мне даете... Прошу вас. Объясните, я не хочу пока брать. Поедете в городок, найдете моечную, сейчас открыли моечные. Это по постановлению. Можете помыть на эти деньги машину. Прошу вас, проезжайте. В чем вопрос-то? Меня сейчас остановил так. Вот этот товарищ. Так, дал какой мне... товарищ? Вот там, вон. Да. И дал мне 4000, иди, говорит, помой машину. Не верю. Не верю. Клянусь ребенком. 4 тонны дал? 4000. Так, дал. Да. Зачем? Александр Иванович, что это такое вот это вот? А черт тебя знает, что это такое? Ну, что это такое? Снимают что-то. Ну, что снимают? Снимают Александра Эммануиловича, веселого человека. А зачем? А так, настроение хорошее. И даже 4 тонны, которые вам дали, мы вам дарим, чтобы вы помыли машину. Объясните, вы можете... Ничего не объясню, хорошее настроение, хочу, чтобы машину помыли. А можно еще проехать? Можно еще раз, давайте. Вы извините, но я от милиции не привык получать деньги, я привык платить. А вот милиция вам дарит. Такой городок. Неспроста. Вот такой городок, а? Спонсор программы «Городок» – компания «Миал-С». Французские натяжные потолки «Экстенза». Весной очень важно не сбиться с ритма, особенно уличному оркестрику, в котором нет барабанщика. Слушай, иди сюда. Слушай, мужик, выручи. Червонец даю. Постучи с нами там 5 минут, поиграй на барабан. Как сможешь? Как? Не пришел барабанщик, пойдет. Давай. Я вас подержу. Давай. Господи, спасись, храни. Конечно. А что там? Давай. Я. О, класс! У меня музыкальный слух. Батя, извини, пожалуйста. Да без всяких. Ну не приду. Возьми, попробуй сам. Один начать. Да попробуй начать. Да бери, возьми, попробуй. Ну мы же не. Да вы что, простите, господи! Да попробуй. Да дело-то. Мы молодого, мне 70 лет. Да ничего. Да ничего. Да, да, ну сядь, попробуй просто ради интереса, да попробуй, что тебе?
Никогда в жизни не... Что там? 85 лет. Тем более. Опыт большой, значит. Заведение зайти начинается. До 5 минут, так вот. Консерватория, она и есть консерватория. Благодарим. То, что тебе нравится, вместе с шоколадом Виспа. Отчасти жителей городка посвящается наш любимый прикол «Коробка». Случайных прохожих просят присмотреть за телевизором, пока хозяин отлучится, и оставляют его один на один с коробкой. На самом деле вместо телевизора в коробке спрятаны микрофон и громкоговоритель, с помощью которых мы общаемся с нашими жертвами. Сами мы спрятались в доме напротив вместе с рацией и скрытой камерой. Тетенька, сядьте ко мне, поговорим. Вот молодец. Вы даже меня напугали. Ой, ради бога, извините. Я думаю, откуда это? Вот уж чего не хотел, так это напугать. Ну что, будем знакомиться, девчонки? Куда, куда? Ну подождите, ну сядьте обратно. Ну что вы, ей-богу. Девчонки, ну сядьте ко мне. А? Бананчик, почем брали? Господи, не пугайте. А вы присядьте. Зачем? Как звать-то? Венька. А? Венька. Венька? Да. А по батюшке? Алексеич. Венька Алексеич. Вон как. Вениамин Алексеич. Да. Может, ты меня выпустишь отсюда, а? Откуда? Из коробки откуда? Не имею права, мне дали караулить минутку. Так и будешь караулить? Будет. Я покурю. Давай. Курить я? Нормально. Кури. Да-да, сейчас еще. Давай. Это чудеса. Нормально. Ага, спасибо тебе. Пожалуйста. Ну. У тебя придет твой хозяин? Не надо, Вень, не надо хозяина, слушай, ну возьми ты, а? Куда? Ну, ты в коммуналке? Да. Сколько метров? 36. 36. Ну, я-то, господи, в уголок поставишь, да есть на мне будешь. Это аппаратура.
Веня, да? Ну возьми меня, не жди хозяина. Меня? Я у него год живу, слушай, ни курить, ни выпить. Слушай, я сказал. Не можешь? Да, не могу. А что, женат? Конечно. А? Конечно. Ну-ка на троих будем в карты играть. Дай затянуться еще. Да? Да ладно, целую-то не надо. Да, целую бери. Да? Ну запихай мне на ночь, я потом ночью покурю. Держи. Во. Держи. Давай тут. А, сейчас. Дай. Ну, взял. Толкни еще. Толкни. Ну? Взял. Нет, протолкни туда пальцем-то. Вот. Ну ладно, оставь так, я потом. Спасибо. Может, споем? Давай. Давай, какую хочешь? А? Диафрон. Не плачь, девчонка. Давай. Давай. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Пара-па-па-па-па-па-пам. Солода. Да, а ты ж не служил. Да. А песни любишь военные. А как же? Давай. Ну давай гостям споем, что ли? Давай. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на веселье. Всем тем, кто только что включил телевизор, мы хотим сказать, что вы не посмотрели программу «Городок». Потому что мы уже прощаемся с вами, дамы и господа. Ну вот и все. На сегодня. Пока. Пока.